Чтобы вернуть похищенное имущество, владельцы скутера пошли на его таран. Мини-мотоцикл пропал из двора на проспекте Октября буквально вчера вечером. Но уже сегодня утром, двигаясь в потоке, владелец опознал пропажу и провел задержание. Это угнанный скутер. Да. Сегодня ночью моего мужчины угнали скутер от дома. Так. Едем, вызвали утром гаишника, полицию вызвали. Оформили все. Еду на работу, он со мной сидит. Я в зеркало смотрю, за мной его скутер едет. Я остановилась, они не смогли затормозить. Вот касательно меня обошли, упали. Вот оцарапали, разлетелся он. Он как касательно прошел вот сюда. Они-то не пострадали, ничего. Сразу позвонили в милицию. У меня фотографии есть его. То есть я даже не успел сюда фотографии привезти. По 15-16 лет, по-моему, один уже судимый, тоже кража у него. Заводили они где-то здесь. Это вот... машины так умеют заводить, ну что, тут они не придут, что? Это вот, видимо, замок. Вон весь раскурочили его. Приятная неожиданность. Все, если бы угнали в деревню, все, кто бы не нашел. Сейчас оба молодых человека задержаны и находятся в отделе полиции. Свою причастность к угону они отрицают. Нам продали его. Я даже хозяину скутера сказал, вы что делаете? То, что типа, что наш скутер разъебали. Сами подошли, нам потом предложили. Говорят, надо пацаны скутер за 3000. Угу. И все, мы взяли. Они нам показали, как заводить без ключа и как глушить все. Я же для деревни его брал. Там-то никто бы не стал. Там у нас нет милиции почти.